Знаешь, ну вы сад стали закладывать не так давно, в 2018 году. Все верно? Да, все верно. Почему вы приняли такое решение расширить сферу своей деятельности? Идея сада витала еще намного раньше. Это была попытка реализации проекта этого в 2011 году. Мы тогда сделали даже уже проект, оплатили его, получили. У нас есть на руках первый проект. Сегодня, конечно, он уже морально устарел технически. Но мы понимали, что нужно идти по пути интенсификации производства. Интенсификация производства в данном случае выражается в реализации подобного проекта, который позволит увеличить отдачу с гектара финансовую. Просто красиво это. Ну и вообще-то традиции в этом районе яблочные давно присутствуют. Я как-то в каком-то интервью говорил, что нашли аэрофотосъемки немецких летчиков 43-го года. И вот на этих аэрофотосъемках, в этих районах с высоты птичьего полета видно полно садов, существовавших ранее. Огромное количество в той же зоне, где сегодня располагается. Ну, такое решение. Первый проект сада – это был обычный сад, не интенсивный? Нет, это был первый проект сада, был тоже интенсивный, но уже прошло 10 лет, за это время произошли качественные изменения в садоводстве, новая философия, новые подходы, и, собственно, сегодня у нас сад не интенсивный, а суперинтенсивный. Угу. Суперинтенсивная сада категория начинается, это 2500 деревьев на гектаре, а мы сегодня работаем с густотами насаждений 5500 на гектаре. То, что раньше, ну уж по крайней мере в нашей зоне, близко не присутствовало. Угу. Как вы выбирали участок под сад? Это были какие-то старые насаждения, которые вы выкорчевывали? Или... Выбор был обусловлен наличием или решением нашего самого лимитирующего фактора в растениеводстве. Присутствие орошения, наличие влаги. Мы выбрали участки, отвели участки из зоны нашего орошения, назовем так, бригады нашей орошения. То есть эти участки уже имели сеть полива. Мы просто перепрофилировали этот полив на полив этих садов. Вот таким образом был выбор участка. Что выращивалось раньше на этих землях? Раньше было простое полеводство. До нас в советское время существовала овощеводческая бригада. Затем мы вывели очень серьезный проект орошения, орошения кукурузы на капле. Вот. Получали неплохие результаты, сейчас получаем, основной проект работает. Но вот часть земель, вот одно поле, сейчас продолжаем уже на втором поле. Мы эти площади вывели под сады, ну, то есть пошли, как я и сказал, по пути интенсификация. Пожертвовали кукурузой ради яблок. Да, да. Кукуруза была принесена в жертву, ну, вполне оправданная жертва. Оправданная. То есть конечно. Финансово уже можно сказать, что это был правильный ход. Ну, яблоки, это знаете, как яблоневые сады, это как швейцарский сыр. Закапывают деньги в землю на несколько лет, а результаты видят через 3, 4, 5, у кого терпения хватит, как выдержать, да? Вот, вообще-то накопление и выход на максимальную финансовую результативность в нашем случае будет на 5-6 год от посадки. Вот, но уже сегодня первые результаты нас обнадеживают. По крайней мере, мы не сильно отличаемся от тех плановых показателей, которые мы себе заложили в наш бизнес-план. Угу. Вот можно об этом проекте. Сколько уже заложено садов, на какой площади деревья уже плодоносят, и как вы планируете расширяться дальше? Так как дело для нас новое было, и чтобы не захлебнуться, мы пошли на поэтапное ведение в строй садов, поэтапное исполнение проекта. Мы разбили примерно на ежегодные 25-30 гектарные вводы садов в строй. На сегодня у нас введено и работает 80 гектар.
Сегодня, этой осенью мы заложим еще 24 гектара. Вот. А всего в наших планах занять полностью два поля, это примерно чуть меньше 160 гектар суперинтенсивных садов. Они имеют два возможные, вот за это время мы уже включим в наш проект третий тип посадки, третий тип междурядий. Вот у нас есть междурядия 2 метра 80 сантиметров, 3 метра 30 сантиметров. И вот в этом году мы сочли возможным для некоторых сортов допустить междурядия 3 метра. Вот. 80 гектар – это уже подоносящий сад. Ну, понятно, что часть садов со сдвигами поэтапно от большего к меньшему, либо наоборот, можно сказать, от меньшего к большему. На них уже предполагается урожайность от нескольких тонн с гектара, те, которые первый раз будут в этом году плодоносить, до 30-35 тонн тех участков, которые будут третий год работать. В прошлом году собирали урожай, какой он был? Прошлый год был урожай от 5 до 20 тонн, в зависимости от сортов. И у нас одна клеточка подмерзла, там мы получили около 5 тонн. Вот. Но это позволило, этот урожай позволил нам покрыть все содержание на тот момент того существующего сада. А валовый сбор можете назвать? Валовый сбор, по-моему, был около 300 тонн. Абсолютно беспроблемная реализация, на удивление, получилась. Ну, к реализации я еще подойду. Вы сказали, что для вас суперинтенсивный сад – это был новый вид деятельности. Вы сад проектировали совместно с какими-то компаниями, кто-то вам помогал или собственными силами? Да, конечно, нет. Собственными силами невозможно. Это очень глубоко специфичное, достаточно наукоемкое, высокотехнологичное явление. Суперинтенсивный сад. Мы работали с фирмой ЛТД, которые, по сути, обеспечили всем шлейфом услуг и в проектировании, и в дальнейшем исполнении проекта. Это касается как работы с питомником, как установки шпалеры, создание орной оросительной системы, покрытие противоградовой сеткой, просто агрономическое сопровождение, что не менее важно, в конце концов, да, это же тоже, в общем-то, основа работы. То есть практически всю работу выполнила одна фирма, да? Ну, практически да, со своими дочерними, да. Понятно. Скажите, как вы выбирали сорта? Для сорта яблок, как вы выбирали саженцы? Это какие-то местные или завезенные? Вот. С чего надо было начать? Ну, честно признаюсь, мы доверились ребятам. Ну, во-первых, мы сами агрономы. Все руководители «Рассвета». Я агроном. Я поехал на питомник. Питомник находится в Краснодарском крае, о, Дубрава. И мы очень предметно, сознанием агрономии, насколько, конечно, возможно это было интерпретировать садоводство, подошли, оценили работу ребят с саженцами. Мы увидели применение массы новейших технологий, увидели высокую культуру агрономическую. Нас это устроило на тот момент. Затем мы проверили в Московском институте фитопатологии чистоту этих саженцев, оценили качество саженцев, какие они выходят. Вы знаете, далеко не все, что заходит к нам из-за границы, имеет такие качества посадочные. Вот. Все, что мы высеваем, это идет категория саженцы 7+. Это что значит? Ну, 7+, это количество ответвлений, созданных уже саженцев. Многие, есть такое понятие, высаживают простыми хлыстами. Это когда приводят, вот такая плеточка торчит, почти без веточек или вообще без веточек. Потом рассчитывают, что она вот за какое-то время разрастется, а на самом деле теряет 1-2 сезона.
на формирование потом нормального дерева. Понятно. А по сортам? Сорта были, к сортам подход был, честно скажу, на доверие. То есть были общие принципы существующие. Сорта должны быть разных типов. Они должны быть коммерческие. Типы, я имею в виду, красное, зеленое, желтое. То есть принципы светофора. Сорта должны быть, они должны являться конвейером уборки. То есть сроки уборки должны быть со смещением, чтобы не засыпаться, не получить перегруз на одно время. Вот такие принципы были. Очень много новых сортов, огромное количество новых сортов. Скажу больше, некоторые сорта очень труднодоступны для российского покупателя, для российских садоводов. Многие не хотят поставлять в Россию хорошие сорта коммерческие. Вот. Но у нас кое-что получилось. Не хотят? Конкуренция. Ага. Конкуренция, да, на самом-то деле. Ну, вот если в известном мире живем. Если сравнивать с растениеводством, я имею в виду зерновым производством, да, производством масличных, у фермера есть возможность там взять 10 сортов гибридов, посеять, посмотреть. А в саду это же уже невозможно. Это невозможно. Один раз, да, закопал, как бы, да, это саженец и все. Ну, поэтому где-то мы доверились нашим консультантам, ну, где-то доверились своим умозаключениям. Сколько сейчас у вас сортов? Считать надо. Их столько много, серьезно. Ну, я скажу сейчас, ну, почти десяток сортов. 8, по-моему, почти 8 или десяток сортов. Ну, честно, боюсь. Мы-то, знаете, закладывали некоторые опытные. Вот, допустим, мы заложили сорт Pink Lady 4 ряда действительно для тестирования. Потому что этот сорт на этой широте никто никогда не закладывал. Это розовое яблоко, которое убирается в начале ноября. И было много вопросов, вызрет ли у нас, успеем ли мы убрать. Оно хотя и терпит первые морозы, его особенность такая, но было неизвестно, получит ли окрас свой интересный. Действительно, роза не красная, а действительно розовое яблоко. А где его выращивают обычно? Ну, это юга. Понятно, что это то, что пришло к нам из Италии. Ну, уже состоялся? Ну, вот мы, да, да. В этом году уже будет третий урожай этого яблока. Вот, получилось, получили хороший окрас, неплохой урожай в пересчете на эти 4 ряда, в пересчете на гектарный. У вас есть фавориты среди сортов? Вы знаете, они все занимают свою нишу, эти сорта, и трудно говорить, если было бы, наверное, небольшое хозяйство, да, небольшой сад, наверное, можно было бы сделать ставку на один какой-то такой, прочувствовать и делать, назвать его фаворитом, выбрать его фаворитом и придерживаться этого сорта. Но, в принципе, они все хороши, каждый занимает свою нишу коммерческую. Все востребованы в определенной пропорции, в определенном объеме. Они все хороши. Ну, есть, если, наверное, поковыряться в аналитике интернетной, наверное, можно вспомнить сорт Фуджи, который вот уже несколько лет не имеет сезонной просадки. Ну, как все подвержено синусоидам, рост цены, падение, после урожая на передержке. А вот Фуджи почему-то в момент урожая никогда не падал в цене особенно. Угу. Сильно не просаживался. Вы сейчас оцениваете по цене сорта? По отдаче или по вкусовым качествам? Они мне все нравятся. Они мне все нравятся, да. Действительно, на самом деле я сейчас оценку сделал такую техническую. А вообще сорта все очень интересные, очень красивые, очень востребованные. Кто к нам приезжает, приезжает как в аттракцион. Буквально любуется. Понятно. Я читала в прессе, что вы собирались строить хранилище. Оно построено и будет построено? Для успешного садоводства вот вся эта инфраструктура хранилища, не только хранилища, еще и современные сортировки, обязательное явление. Серьезный бизнес садоводства уже не пойдет без него. Если у вас нет возможности заложить на хранение, передержать, просто сохранить качественно, маловероятный успех в этом бизнесе, когда он более-менее масштабен. Но есть такое утверждение, что если нет возможности 60-70% заложить на хранение, это уже нереализуемый проект. В нашем случае мы стали параллельно вести строительство и холодильника. Более того, само собой, мы подошли к строительству холодильника точно так же. Взяли самые топовые версии, у нас самое дорогое оборудование, ну, недорогое, но, скажем, самое надежное, капитальное немецкое оборудование холодильное.
У нас уникальная система высотного хранения. Столько контейнеров, сколько мы можем поставить. В Ростовской области никто не может хранить. Мы добавили туда регулируемую газовую среду. Уже установили, все смонтировали. Каждая камера 200-тонное хранение обеспечена видеокамерой, наблюдением. Абсолютно тотальный контроль. Ну, холодильщик ходит с планшетом и управляет всем этим огромным объемом. Мы находимся во фруктохранилище нашим новым строящимся. Емкость порядка 2500 тонн хранения. Кроме холодильного оборудования установлена регулируемая газовая среда оборудования. Мы видим здесь 12 камер, примерно по 200 тонн хранения. От 10 до 12 уровней хранения по высоте стеллажей. В нашем случае не стеллажи, а контейнеры. Проект достаточно современный. Наши партнеры могут добавить пару слов. Добрый день, меня зовут Захаров Михаил. Я представляю строительную и проектную компанию, которая возводит здесь фруктохранилище, сортировочный цех. Это достаточно современное и технологичное здание для хранения фруктов. В данном случае это яблоки. Здесь полностью герметичные камеры все. Позволяет хранить продукты весь год с сохранением качества, плотности, сахара. Это, ну, можно сказать, что самые передовые технологии по оборудованию. Здесь и импортное, и отечественное оборудование есть. Очень правильно, качественно подобраны конструкции холодильных камер, теплоизоляция внушительная здесь, она по полному контуру, то есть полный термос и теплоизоляция полов и стен, специальные герметичные ворота. В данном холодильнике установлена даже система видеонаблюдения, полностью автоматизированная, можно отслеживать все процессы, которые происходят. Управление оборудованием все можно производить удаленно, сидя дома. Просто практически не находиться здесь, то есть полностью автоматизировано. А зачем герметичность даже входных ворот? Потому что здесь регулируемая газовая среда, то есть таким образом достигается снижение уровня кислорода и углекислого газа. Да? Что вместо кислорода и газа, вместо обычного воздуха? Что создается среда, в которой снижен процент кислорода. Mm-hmm. Таким образом кислород не дает возможности продолжать созревать плоду. То есть притормаживаются его процессы жизнедеятельности. Он как присыпает, засыпает плод. И это позволяет удлинить срок хранения. А при какой температуре яблоки будут храниться? Стандартные, средние, скажем, температуры от 0 до плюс 2 градусов. Есть некоторые сорта, которые хранятся минус 0,5, плюс 3. Но в среднем это 0 плюс 2. С ними ничего не происходит, они не замораживаются? Нет, с ними ничего не происходит. Главный момент, чтобы хранение было в высокой влажной среде, это плюс 95-98% влажности. Угу. То есть сюда еще и вода специально должна? Да, в каждую камеру подходит вода, и автоматизированно она поступает в хранилище для того, чтобы поддерживать вот этот высокий процент влажности. Таким образом, вот, пользуясь этими системами, это холод, вода, регулируемая газовая среда, мы имеем возможность хранить плод практически весь год без потери качества и, скажем, продавать его тогда, когда это будет выгодно. То есть он останется таким же, как будто его только что сорвали? Абсолютно. Стенки. То есть потери будут незначительные, минимальные. Их потери вообще не будет. Сергей Александрович, еще вопрос к вам. Вот 10-12 уровней хранения. В чем будете хранить яблоки? Яблоки хранятся в контейнерах. Контейнеры будут пластиковые, деревянные. В нашем случае будут деревянными. У нас была мотивация, ряд решений принять. Принять такое решение, правильно сказать, да? Мы обратили внимание на ремонтопригодность этой тары, мы обратили внимание на большую управляемость, да? Больше варианты работы с этой тарой. Вот. Осуществляться подъемы будут специальным оборудованием. Да, техника, это рич-траки. Специальная техника, она уже приобретена хозяйством, которая позволяет вот на такую высоту поднять без проблем. 10 метров. 10 метров – это здание? Или... Высота до потолочной панели, а высота здания порядка 13,5-14 метров.
А почему, вот вы обратили на это внимание, что так высоко, так много этажей нет ни в одном хозяйстве? Почему вы об этом сказали? На самом деле это связано, скажем, с технологиями. Они к нам приходят в нашу страну поэтапно, да, и таких холодильников сейчас достаточно много уже высоких. Вот. Но для того, чтобы складировать в такую высоту, нужно иметь первый момент. Это тару специализированную, то есть либо это деревянный усиленный контейнер, уже испытанный, либо это пластиковый контейнер. Второй момент. Это нужно иметь соответствующую технику, которая на такую высоту может поднять. То есть это техника с видеокамерой, то есть механизатор, который сидит на погрузчике, он видит, куда он ставит, ему его задача ровно, четко выставить. Вот. Соответственно, не в каждом хозяйстве все это есть. Плюс достаточно много холодильников остались старых. Это старые перестроенные здания, у которых изначально высота небольшая. Все, кто сейчас строит новые холодильники, минимально берут хранение 10 рядов. В Ростове есть 12 рядов? Нет, в Ростове это первый холодильник такого уровня. Я глупый, наверное, вопрос задам, но вот все хозяйки знают, открываешь холодильник, сверху тепло, снизу холодно. А здесь как будет? Здесь, разные сорта на разную высоту или? Нет, на самом деле стараются всегда, и это оптимально, один сорт в одну камеру. Потому что у каждых сортов разное количество потребления углекислого газа, разное количество этилена выделяется, и они могут друг с другом не дружить. Соответственно, желательно, чтобы каждый сорт был в одной камере. Вот. И воздухоохладитель здесь устанавливается вот над воротами, если зайти в камеру, можно увидеть. И таким образом, когда, скажем, холодильная установка работает, она создает определенный цикл движения воздуха сверху вниз. Он сам через себя его протягивает. И через контейнеры все этот холод, скажем, протягивается, и таким образом плод достаточно быстро охлаждается. Поэтому здесь холодно везде будет. Но опять же, эта температура достаточно стабильная, она должна быть определенной, скажем, уровнями, этапами, уставками снижаться, чтобы не навредить плоду. То есть задача при закладке камеры выйти на определенную температуру правильно. Я правильно понимаю, что в каждой камере будет разная температура? Ну, или... Может быть разная, в зависимости от сорта. Если не загрузили еще, то она не работает, да? Если не загрузили, она... Каждая камера управляется отдельно. То есть это не значит, что как вот общий холодильник, все включено сразу. То есть полностью все отдельно управляется. И даже сама холодильная установка, компрессорная станция, централь, она состоит из 4 компрессоров, они каждый включается по отдельности, и у каждого еще есть степенчатая регулировка. То есть он может работать на, начиная, по-моему, 30% своей мощности. Это все влияет на экономию электроэнергии, таким образом достигается эффективное использование мощности. Еще всех хозяек волнует вопрос, выключается ли лампочка, когда закрывается холодильник? Кстати, да. У нас выключается. Я могу вам сказать, у нас здесь установлена удаленная даже система, я могу даже на телефоне ее показать, управление видеонаблюдением и светом, и я могу через телефон включить свет в каждой камере, посмотреть, что происходит в данный момент. Не стали строить сразу на всю нашу потребность, чтобы хозяйство не перегружать финансово, мы стали двигаться поэтапно. Вот как у нас входят сады, плодоношение активно, растет урожайность, вот примерно мы с небольшим отставанием, с небольшим опережением, не так сказал, строим холодильники поэтапно. Вот у нас один холодильный блок где-то на 2500 тонн хранения. И дальше по мере нарастание урожая. Один уже готов, да. По мере нарастания урожая мы будем такими блоками добавлять. Хозяйство не перегружается. Вот, хотя уже у нас есть клиенты арендовать у нас холодильные емкости. Арендовать, да. Серьезно, да. Угу. Вот уже собираются сливу заложить. Еще раз спрошу. То есть сейчас мощности по хранению превышают количество? Конечно, да. Угу. Да. И параллельно мы ведем строительство сортировки. Я, например, конечно же, удивился бы раньше, если бы мне сказали, что не то, что плохо отсортировано, а даже плохо уложенное в коробке яблоко может снизить цену килограмма на несколько рублей. Вот такой парадокс. Я такого не знал раньше. Вот когда погрузился, я узнал, насколько важна сортировка, упаковка, укладка.
Вот. У нас сейчас параллельно уже идет строительство сортировочной линии. Вы посмотрите. Мы уже купили саму линию. Идет сооружение серьезного сортировочного цеха. Все инфраструктуры, весовые, насосные станции, электрическая часть, очистные сооружения. Все находится в этапе строительства. Я думаю, в августе мы их запустим. К новому урожаю мы запустим. Ну, раз уж про хранение поговорили, как в прошлом году, например, вы реализовывали яблоко? Ну, так, наблюдали ли вы за сезонностью? Или вот, нет, так как у нас хранилищ не было, приходилось все реализовать практически с колес. То есть мы вручную сортировали, снимали урожай, немножко охлаждали в крытом помещении, вручную сортировали, покупали простейшую упаковку и продавали. Ну, вообще, на удивление, ушло все беспроблемно. Хотя нет, мы немножко заложили семеренко и продали семеренко с хранения. Сорт семеренко, знаменитый наш сорт, зимний, зеленый. Ну, понятно, он уже условно наш, потому что подвой итальянский. Ну, да. Скажите, ну вот хранение, оно насколько может цену повысить? Абсолютно непредсказуемо, особенно учитывая, что вот эти наши последние кутерьма валютная, да, и трудно прогнозировать, но я могу назвать некоторые такие условные цифры. Ну, во-первых, первое, помимо цифр, просто производство невозможно без этого, это такой стабилизирующий фактор, возможность хранения. А я знаю, что в прошлом году пиковые цены с хранения, это, по-моему, новогодние, весенние цены, оптовые цены зашкаливали за 100 рублей. Ничего себе. Теперь давайте вот вернемся на момент урожая. В момент урожая цены 30, 40, 50 рублей. Даже в зависимости от качества яблока, понятно. И вот такой коэффициент увеличения после хранения. В этом году такого не было. Но насколько вы на хранение еще не закладывали? Нет. Потому что только построили? Нет. В этом году первый раз? Наше хранилище заработает первый год. Угу. Да. Ну, интересно. Там, правда, интересно. Угу. Сбывали с поля. А как сбывали? Ну, это не с поля. Ну, понятно, мы привозили какие-то наши помещения, которые владеет Росвет. Там проводили все эти манипуляции, сортировки, калибровки, упаковки. У нас были несколько реализаторов, которые все вывезли. Это просто сторонние организации? Да, это сторонние организации. А потом начали узнавать люди, начали к нам приезжать уже, помимо тех, с кем мы заранее договорились. У нас несколько КАМАЗов было реализовано, вообще люди приехали, узнав. Даже за голову схватили, что ж мы раньше не знали, что тут есть такие. Да. Куда яблоки поехали, не знаете? Почему? От Куйбышева, и точно я знаю, мои родственники весточку из Тюмени прислали. Удивились, когда увидели у Росвет Куйбышева, там чуть не плакали. Но реализация не была связана с ритейлом, с торговыми сетями, да? А вот в случае с Тюменью, да, там местные сети были. А местные? Присутствовали, да, местные сети. Ну, вы рассматриваете вариант зайти в торговые сети? Да, мы все будем рассматривать, потому что проект достаточно крупный для нашей зоны. В нашей зоне нет таких проектов. Понятно, что Адыгея, Краснодар, Ставрополь – это большие площади, большие объемы. Вот Липецкая, ребята к нам приезжали, 15 лет октября, знаменитое хозяйство. Садоводы знаменитые, у них, конечно, большие объемы производства, но то, что мы попытаемся реализовать в объеме, ну, я думаю, 8-10-11 тысяч тонн, это достаточно большой объем, который, наверное, потребует уже вхождения в сети, наши даже сети местные. Посмотрим, попробуем, недавно было совещание, очень серьезно подошли к этому вопросу, почему местные производители не имеют возможности вхождения, не имеют лояльности вхождения в наши сети местные. Все серьезно к этому отнеслись, ну, понадеемся. Хотя много таких проходит совещаний. Я думаю, что если у вас появится сортировочная линия, то проблем не возникнет. Ну, я тоже думаю. По крайней мере, мы готовы конкурировать, ну, со всеми самыми жесткими конкурентами и в визуальном восприятии товара, и в упаковке, и в самом товаре. Но я так понимаю, что вложения в сад были очень большими. Вы, да, говорите, но они продолжаются, да, это большие вложения, действительно. Вот окупаемость этих вложений не сделает ли вас менее конкурентоспособными?
Ну, вы знаете, мы же, как назовем это, частично диверсификация производства, мы же не ушли на 100% сюда. Вот. У нас осталось основное производство. Оросвет – это крупное хозяйство. Просто, например, в молочном животноводстве говорят, что вот у комплексов у них сложно с окупаемостью, потому что ну, действительно наукоемкое производство, организация всего этого дальних залов, кормление и так далее. Вкладывают много денег, и поэтому стоило место очень дорогое. А вот у фермера оно дешевле. Вот с садом суперинтенсивный, насколько это дорогое удовольствие? Это дорогое удовольствие. Я даже не скажу вот на момент нашего разговора, сколько будет стоить 1 гектар. Потому что, ну, вот вы видели, наверное, да, в протяжении за последние месяцы, да, несколько месяцев, какой инфляционный прыжок, скачок на все, будь то удобрения, металлы, что угодно. Это все составляющие тоже этого сада. Я вам скажу, то, что было последним в нашем проекте, последнем этапе, 1 гектар нашего сада нам обходился 3 300 000 рублей. Но там НДС, который вернется, и ряд субсидий, которые тоже будут компенсированы хозяйству. А можете сказать, что это за субсидии? И, там, субсидии на шпалер, на посадочный материал, на работы по монтажу системы орошения. Полив субсидий? Это серьезно, да. Немножко субсидий. Потом есть, существует еще ряд субсидий, допустим, на содержание сада, который еще не вошел полноценное плодоношение. Вот. Ну, может быть, они где-то небольшие суммы, но все равно это позволяет сократить окупаемость прилично. Но вообще господдержка, которую вы получаете, она можно ли как-то в процентах объяснить? Как вы думаете? Вы знаете, она каждый год разная. Ну, наверное, это и более того, она по регионам разная. Но у нас, наверное, это ну, давайте я так условно, 15-20% назову, это очень условная цифра, вот, потому что, еще раз повторюсь, она и по годам разная идет, каждое постановление каждого года идет со своими цифрами, и по регионам разная. Вы сказали, что где-то 3 миллиона 300 затраты были на гектар. 3 300, да. Для закладки сада, да? Да. А вот уход? Мы работаем. И на что больше всего денег вам приходится тратить? На инсектициды? Или на удобрения? Любой земледелец знает, чтобы получать и работать интенсивно, тем более суперинтенсивно, нужна высокая агротехника. Высокая агротехника, конечно, предполагает интенсивную работу всевозможными препаратами. Препараты самые разные. Инсектициды, фунгициды, удобрения. Есть даже препараты для химического прореживания. Чтобы не перегружать урожаем. То есть огромный урок. Обработок много. Но я скажу так. Где-то порядка 300 тысяч рублей, наверное, обходится содержание 1 гектара. Если оценивать технологическую составляющую, ну, у вас сад, как Николай Васильевич мне рекомендует, напичкан новыми технологиями. Да, все топовое, что можно было вбить, да, туда мы вбили. Это все зарубежное или что-то наше есть? И вот по технике, по препаратам тоже такой вопрос. Ну, кое-что наше, кое-что, конечно, зарубежное. Например, когда-то, когда первые сады закладывали на территории Российской Федерации современные, когда привозили вот эти итальянские технологии, то, смешно сказать, даже пароходами бетонные столбы привозили. Угу. Они из особо напряженного бетона. Вот. Даже такого не было. Сейчас в России производится масса комплектующих для садов, в том числе эти злополучные столбики. Ну, ряд элементов для комплектующих сада, ну, кстати, даже не везде они в Европе производятся. Допустим, у нас назовем современной сеткой градовой защиты, сетка типа V5. Это не та сетка, которую привыкли все видеть, которая сплошным полотном затягивает сверху сад. Она имеет свои преимущества большие, позволяющие уже в момент цветения накрывать, что не позволяет старая сетка. Более того, позволяет предотвращать градовую нагрузку. Уже много случаев было, когда обильно выпавший град просто валил в бок и сетку, и столбы, и деревья, перегрузив просто своим весом. Допустим, такую сетку
именно в оригинале выпускают итальянцы. Вот они для, специально для рассвета исполняли заказ. У меня даже есть ролик, на котором работает станок, плетет эту сетку и табличка. Рассвет, Ростовский, Россия, Ростов, Реджион. Вот. Элементов новшеств очень много. Где-то они, может быть, и не совсем новые, но далеко не все рискуют идти на применение этих элементов. Ну, допустим, каждое дерево у нас подвязывается на свой бамбуковый стержень. У каждого дерева свой бамбук. Бамбук китайский. Вот. Тоже позволяет, допустим, достичь массу позитивных моментов. Система орошения у нас продуманная. Противоградовая сетка имеет свои цвета, которая является, уже, дает возможность уже не только защиты градовой, а и защиты от ультрафиолета, от ожогов солнечных. Мы тут привыкли вот Семеренко видеть зеленым. А при сегодняшних температурах, которые пришли, да, при изменении климата, Семеренко может желтым оказаться. Угу. Используя там определенную сетку, затеняем и получаем зеленое яблоко, он еще Гренни Смит зеленый есть. Вот туда не вся сетка подходит. Я, допустим, не, тоже не знал, что цвет сетки имеет значение для краса яблока. Ну, что там сказать? Ну, много, масса, огромная масса, это надо в поле смотреть. Вот можно взяться, там, допустим, мы выполняем так называемые зеленые операции по отгибанию веточек. Мы подвязываем специальными шнурами. Они похожи на то, что мы называем шпагатом. Но это не шпагат. Это специальный материал, который впоследствии разрушается под ультрафиолетом, то есть является экологически чистым практически материалом. В труху превращается и... Ну, мы дальше это все в саду посмотрим. Я тогда на последний вопрос задам. Будущее, как вы видите свое? И где чувствуете, что есть риски, а где есть, наоборот, стимулы для роста? Вот я имею в виду эту отрасль. Ну, сельское хозяйство вообще-то рисковый бизнес. На сегодня риски могут быть такого порядка. Первое. Неловкое, скажем так, государственное таможенное регулирование. Не дай бог. Мы, по сути, ухлопали свое садоводство предыдущие десяток, наверное, 20 лет, благодаря тому, что открыли свои границы практически для беспроблемного ввоза продукции своих конкурентов. Нас заполонили все. Белоруссия была воротами для Польши, даже после санкционной, многие называют, да, после санкционного времени. Сербы умудрились стать воротами для Южного Евросоюза, Италия, прочее. Иранское яблоко идет совсем с юга, активно через Азербайджан. Все это создает проблемы отечественному производителю, особенно как момент активного сбора урожая, когда такое массовое насыщение, переизбыток, пересыщение, по сути, наступает. Это первое. На сегодня яблоко – активно импортируемая позиция. Вроде бы мы должны занять эту нишу, то, что мы называем, и чему призывают, называют модным словом импортозамещение. Mm-hmm. Вот. Разные цифры варьируют от 600 тысяч до миллиона тонн импортного яблока. Какие риски? Ну, во-первых, потихоньку эта ниша закрывается. Вы знаете, сажают, новые площади открываются, садовые. Когда-то произойдет насыщение. Понятно, что одновременно старые неэффективные сады уходят, раскорчевываются, но тем не менее. Вот такой риск. Вот, допустим, не улыбнуло, что в этом году, вы, наверное, новость читали, как-нибудь аналитику, произошло уменьшение населения. Сколько там, 500 000, но оно произошло. А 500 000 – это 0,3% от нашего населения примерно. Это тоже такая категория экономическая. Категория экономическая можно отнести, такому фактору, вернее, можно отнести, который может повлиять. Это ведь тоже участники рынка этого же самого яблочного. А ухудшение финансового состояния населения, да, платежеспособного населения, его состояние. То же самое. Яблоки ведь, ну, наверное, это все-таки в ряду овощей, фруктов. Это, наверное, первый, наверное, да, такой потребляемый, можно сказать, самый массовый фрукт. Вот, но тем не менее. Ну, когда яблоки стоят дороже банана. Совершенно верно, да. Тут уже тоже, кстати, да, и апельсинов, наверное, да. Да, тоже уже потихоньку. Вот, ну, наверное,
уже многие говорят про засилье сетей, что когда буквально там, если так проанализировать, несколько крупнейших наших сетевых структур генерируют для себя прибыль, которая намного больше, чем прибыль у производителя. Ну вот смотрите, допустим, мы отдаем яблоко в упаковке, упаковка тоже, кстати, сортировка предполагает большие затраты, там от 35, допустим, до 40-45 рублей. Вот такие где-нибудь видели цены в супермаркетах? Мы видим их, наверное, в 100 рублей, да? Ой, если хорошие, мы говорим о хорошем яблоке, да? Вы представляете? Ну да. В наших 35-45 рублей еще сидит приличная себестоимость. А там себестоимость содержания торгового центра. Ну как посмотрите, наценка какая. Вот это большая проблемка. Вот. Ну, собственно, дальше только погодные факторы. Мы с ними научились управляться. Мы имеем, первое, убрали лимитирующий фактор влагу, у нас орошение. Сетка нас защищает от града. Вот сейчас грады прокатились, а мы не боялись. Вот простой град недавно был, серьезный. У нас местами по полям выпал град, а мы были 100% защищены. Это такие, наверное, самые важные лимитирующие факторы погоды, которые мы взяли под контроль. Хорошо. Болячки тоже нашими программами химическими мы контролируем. Активно мониторится все. Ловушки феромонные всевозможные висят на вредители. Опыление. Завозим шмелей. Работает замечательно. Даже вопрос опыления решен.